В конце площадка нашей работы находится в десятке. Да. Вопрос. Как нам заключить союз внутри десятки, когда мы знаем, что в конечном итоге только личный пример работает? Мы заключаем союз, если мы видим, что все действия, которые происходят с нами, исходят от Творца. И этого достаточно. А как это сделать? Как обнаружить, что все это происходит в десятке от Творца? Нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Него. Мы должны принять все действия, которые происходят с нами, что они исходят от Творца. И насколько мы при этом отменяем всю реальность и оставляем только Творца как управляющего всей реальностью. А вся реальность — это, по сути дела, формируется им, мы так продвигаемся. Если на самом деле посмотреть назад, то мы делали всякие усилия, чтобы заключить союз, там договаривались и все, и мы видим, что в конечном итоге это не работает, ты не можешь никого обязать ни в чем, и все, что остается, только если ты смотришь на десятку как на систему, просто давать ей силу, давать ей пример, это единственное, что можно. Я не вижу никогда никаких результатов от этого, но вопрос, действительно ли это единственное, что мы можем делать? Единственное — это что я уверен, что то, что я чувствую, что происходит со мной, — это от Творца. А то, как я должен реагировать, это тоже через все причины, которые я ощущаю, я должен сформировать себя, направить обратно на Творца. Я возлюбленному моему, возлюбленный мне. И так постепенно я приближаюсь к соответствию между мной и Творцом. От этого я приближаюсь к пониманию, Творца. И это сложится.